Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита! Давайте это делать вместе. Как видите, я осталась на фоне елки, потому что под прошлым роликом мне написали, что Яна, оставайся напротив елки. Если честно, мне казалось, что как-то это все не очень выглядит, и поэтому я хотела перебазироваться обратно. Но раз вы пишете все, что классно, круто, но это только вечером, видите, когда за окошком темно. А вот если днем, допустим, снимать, уже такой красоты не будет, скорее всего. Но не суть. В общем, я сказала, да, всем приятного аппетита. У меня сегодня остатки былой роскоши, салат просто офигенский, мимоза моя, которую ела вчера. Немножко осталось. Сегодня салат еще вкуснее, потому что он пропитался, и я буду, конечно же, его есть. И у меня чебупели от горячей штучки с ветчиной и сыр. И я сделала вот такой вот соус. Мне его тут просто, ну, скорее всего, некуда будет впихать. Впихнуть. Ну, он просто, наверное, упадет, если я сейчас начну тут что-то впихивать. Вот. Ну, попробую. Упадет, так упадет, да? Там. Давайте я его уберу. Нафиг. Здесь себе поставлю. Кетчуп и мой ПП-бургер соус, короче говоря. Я, видите, уже Merry Christmas готовлюсь. Так, ну что, чебупели я сказала, с чем или нет, забыла, короче говоря. Вот горячие штучки, еще раз повторюсь, внутри ветчина, сыр. Мне нравится, в принципе, чебупели. Вкусненько. Чебупица. Что у них еще есть? Кругицы всякие. Ну, у них много всякой фигни. Вот такой вот. Иногда можно. Так. Где смотрю просто начинать? У меня еще хлеб, но я хлеб вряд ли буду, потому что вот это вот то же самое, что хлеб уберу. Ой, селедка, ой, селедка, селедка под шубой, консервы под шубой, можно так сказать. Очень вкусно. Сегодня правда вкуснее, вчера же я снимала, я его только приготовила, там часа два он у меня постоял в холодильнике. А сегодня-то он уже пропитался. Обалденно вкусный. Нежный. Я теперь буду всегда с сырком делать, с плавленым. Мне нравится. Нежность какую-то придает. Знаете, такую легкость, воздушность. Класс. Класс, высший пилотаж. Неудобно, да, тут, конечно, макать. Лева играет. По звонку. Немного. Отлегло от задницы, как говорится. Спасибо большое всем, кто за нас переживает, кто желал здоровья моей красотки, звезде моей доченьки. Всем огромное спасибо. Я ей все передала. Она говорит, о, мама, так мило. Я говорю, очень мило. Мне, говорит, тоже, знаешь, как приятно, дочь. Вот. Ну и немножко, наверное, меня недопоняли. Не то, чтобы недопоняли, я сама не озвучила то, что... Когда я спросила совет по поводу того, чем лечить ангину, я имела в виду... Ну, может быть, у кого-то есть какие-нибудь, знаете, там, бабушкины рецепты, какие-нибудь там, знаете, народные, еще что-то. Вот такое вот, лайфхаки, так сказать. Знаете, я слышала просто, что мороженым лечат, ну вот, что-то из этой оперы. Мне написали, вы, надо врача вызывать, прям некоторые, прям даже с наездом с каким-то. Естественно, я первым делом, конечно же, вызвала врача. Я в этом плане человек очень ответственный, очень беспокойный. Если я вижу, что бывает, когда можно и не вызывать врача, а бывает, когда... Нужно. Температура поднялась у Евы у меня в четверг. В пятницу утром, конечно же, я вызвала врача. Она пришла уже после обеда. Я смотрела сама горло, и оно было очень красным, очень. Я пришла
В прошлом видео не хотела вообще это обсуждать, как бы. Я так вскользь упомянула, потому что ну кому нужны мои проблемы, да? Зачем? У вас у всех тоже своих полно. Как говорится, да, зачем на других людей свои какие-то проблемы вешать? Тут жаловаться, сидеть. Я просто рассказываю, как было, чтобы меня поняли. Поэтому я спросила. Чтобы, так сказать, не было между нами с вами недопонимания. Вот. Она пришла, посмотрела, все же бегом быстрей. Вызовов, видимо, много. Я это все понимаю. Я уже, конечно, к тому времени, пока она пришла, начала полоскать Еве горло, я все это прекрасно знаю. В рационовину шалфей, ромашка, сода с содой поочередно, там, через каждые полчаса сначала, потом, конечно, пореже. Питье, понятно, все, все, вот это все понятно. Стандартно. Вот, но мне не нравилось горло. Мне Ева жаловалась, там уже оно не просто было красное, а на миндалинах я уже увидела вот эти вот белые фигни. Мне в столу будет сказано, я знаю, что такое не только при ангине может быть, конечно же. И она мне говорит, пятница, это было в пятницу, она все посмотрела, говорит, горло очень красное, я говорю, это не ангина, она говорит, ну, похоже. Ну, говорит, давайте подождем до понедельника. А я такая про себя стою, думаю, до понедельника, пятница, суббота, воскресенье, еще 3 дня плюсом. То есть к понедельнику это уже будет 5-й день болезни, да? Если в четверг, да, считаю, что поднялась температура. Ну, я думаю, она же врач, ей виднее. Она говорит, я могу вам назначить антибиотики? Сейчас. Ну, я не буду. Потому что надо, вот как она мне объяснила, надо, чтобы организм сам побрался. Но я, в принципе, тоже такого же мнения остаюсь. Я вообще, ну, всегда считаю, что антибиотики это такое крайнее уже, да, крайняя мера, как говорится. Надо подождать, чтобы, типа, организм выработал антитела. Если вы сейчас сразу начнете давать антибиотики, да, вам станет легче, да, вам станет хорошо. Но там, допустим, через месяц, через 2, через 3 может все повториться. Организм якобы не выработает там какие-то антитела к этой болезни. Что там случилось? И, короче, это все может повториться. Я как бы логически с ней согласна. Вот. Ну, думаю, ладно, она же врач, доктор. Ну и все, она ушла, ну и мы с ней как договорились, она говорит, если типа температура будет держаться, а в понедельник вызывайте повторно, если нет, там приходите тогда на прием там, в четверг, что она сказала, вот, ну короче, вы поняли, ну все стандартно, ну и все, это была пятница, вчера суббота, я вижу, что только хуже и хуже, хуже и хуже, это уже 3-й день болезни. Температура 38, 38,5, 39, она уже не сбивается. Просто я даю жаропонижающее, она уже не сбивается. Даже не сбивается до отметки там 37,7, 37,6. Вот, то есть она 38,3 и все, вот ниже она не сбивается. Ева мне уже говорит, маме я уже говорить не могу, мне больно, мне глотать больно. Горло оттуда даже заглядывать страшно, оно все красное, небо в таких вот красных точечках, знаете. Я начала еще читать, знаете, как мы любим в интернете. И везде пишу, что... Я не знаю, может быть, это не ангина, конечно, я не врач. Но очень похоже, да? Ребенок лежит, есть не может, да, там, ну так, через силу. Я вижу, что лучше не становится, думаю, что я буду ждать понедельника. Я начала давать антибиотики. Вчера вечером у меня есть... Ну, заначки были, еще не знаю, там, ну, с каких-то времен оставались, у меня там несколько штучек. Я думаю, что я буду ждать у моря погоды. Я мать, я принимаю решение сама такое для себя. Завтра я буду вызывать участковую нашу, конечно же. Может быть, надо было перетерпеть вчерашний день, да, там? Может быть, это был пик болезни. Может быть. Но
Я чисто интуитивно понимала, что надо дать, надо дать. Я дала. Я понимала, что он так быстро не подействует, короче. Антибиотик, естественно. Там тоже же какой-то накопительный эффект. Но в любом случае, ближе к тому, когда надо было бы ложиться спать, стало лучше, видно, заметно даже, и температура стала 37, и там 8, да, то есть она немножко спала. И сегодня мы встали, уж я не знаю, правильно я поступила или нет. Завтра я буду вызывать опять ее. Вот. Я к чему это все объяснила, чтобы вы не подумали, что я занимаюсь самолечением. Нет, конечно. Хотя, в принципе, я все прекрасно знаю, как, чего, куда и как давать. Но в школу уже справка нужна. В общем, короче, вот, объяснила вам, рассказала. Много мне всяких интересных рецептиков, кстати, дали, да. Спасибо большое. Про такие, про которые я даже не знала. Очень много интересных лайфхаков, так сказать. Вот. Ну, а сегодня будет, конечно же, прогноз погоды. Прогноз погоды, потому что вчера я даже про него забыла. От Яны. Время 18:50, Яна сидит, съест на ночь, что? Худеет. Я не знаю, ну, я постараюсь сегодня смонтировать ролик. Я постараюсь, да. Так, 18:50 у нас, значит, еще раз повторюсь. У нас такая погода классная. Прям супер. У нас минус 1. Ощущается как минус 7. И написано дождь со снегом. Ну, дождя у нас как бы нет. Я вот ходила. Дождя нет. Но погода вообще такая классная. Ни ветринки, ни пылинки. И снег вот такими огромными хлопьями. Знаете, такая прям новогодняя погода. Вообще супер, супер классно. Мне очень понравилось. Ну, в общем, конечно, это не very good, да, как-то у нас то морозы, то вот так сразу тепло, резкие перепады, то есть температуры. Ну, закат уже закатился, я уж про это не буду вам рассказывать. Ну, вот ощущается как минус 7. Ну, классно, погода, правда, классная. Завтра вот плюс 1 нам обещают. А во вторник уже минус 13, вот опять же, да, такой перепад, то есть в понедельник плюс 1, а во вторник уже минус 13, вот как-то так, минус 19 в четверг, угу. А потом опять вот дождь, в четверг минус 19, вот просто смотрите, да, а в пятницу минус 3, дождь со снегом нарисован, опять, видите, какой перепад будет, ну, конечно, оно все может еще поменяться, это прогноз погоды, он же, знаете, как непостоянный такой, меняется, поэтому вот как-то так. Я наелась очень вкусно. Вот эти штуки сытные, да, как-то, ну, аппетит не особо есть. Вот. Как у вас настроение? Вы уже готовитесь? Письмо написали, я уже спрашивала вчера Дед Морозу. Вот. Я думаю, надо написать, да, надо написать, что-нибудь попросить. Ладно, друзья. Еще раз всем огромное спасибо. Кто написал добрые мне хорошие комментарии, спасибо за советы, вот правда, и кто, даже это не только для меня будет полезно, а для тех, кто смотрит мой канал, правда, реально такие много интересных, хороших советов, много стандартных, конечно, которые мы все знаем, а много очень интересных, и главное, что я вообще забыла про молоко с медом и с маслом, я сама всегда так лечусь, на самом деле, любила всегда вот это такое теплое молоко, с маслечком, со сливочным, оно только реально смягчает горло, вот когда оно сильно болит. Поэтому как-то так. Все, друзья, закрываем тему болячек. В общем, всем желаю самое главное здоровья, здоровья. Я просто посчитала нужным объяснить всю ситуацию, чтобы, ну, вы не думали, что я совсем там, знаете, какая-то такая. Какая-то такая, не такая. Хотя я не такая, как все, но в любом случае, какая-то такая, вот такая. Ладно, все. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Я пошла готовить для вас новые мукбанги. Всем пока.